Завершен теннисный комплекс в городе Пушкино от компании «Ламтэ-Строй». Значит, вот само каркасно-тентовое здание. Постараюсь сбоку показать цветовое решение. Вот. Значит, котельня полностью делалась компания «Ламтэ-Строй». Стоят котлы, два котла, насосы, фильтры, все как положено, автоматика. Регулируется на корте с помощью Wi-Fi, можно регулировать температуру на газу. Выходим из котельной. Идем к центральному входу. Входная группа полностью даже для инвалидов. На колясочке сделаны большие двери. Система вентиляции подогрева. Значит, вот такая входная группа. Лестница на второй этаж. Давайте сразу поднимемся на второй. Сейчас идет завоз мебели. Что хочу отметить: перила полностью нержавейка. Все специально сделали индивидуальному заказу. Зона отдыха, кафе. Пройду тоже покажу все. Освещение. Ну, мебель сейчас расстановится. Значит, второй этаж. Вид со второго этажа на корт. Все спроектировано, сделано от начала до конца компанией «Ламтэ-Строй». Светодиодное освещение. Еще раз покажу. Здание АБК.